Друзья, ну это War Thunder, ссылки на которые есть в описании к видео, вы и сами это знаете. Ну а я попытался у Артема отыграть пиццу. Я постоянно проигрываю пиццу, а хочу пиццу. И поэтому я хочу выиграть пиццу, а не проиграть ее, как всегда. Правила просты, 5 побед и пицца на обед. Слушай, я вообще, у меня возникла мысль, я понял то, что я никогда не выигрывал у тебя пиццу. Я только проигрывал всегда и пиццу, и обед. Я хочу пиццу, если ты не понял. Я всегда выигрывал. Я говорю, я пиццу хочу, понимаешь, да нет? Пиццу хочешь? Да. Блять, ты же знаешь, какую я тебе закажу пиццу. Ты понимаешь, в смысле закажешь, в смысле ты закажешь пиццу? В смысле, я хочу пиццу. Я не заказываю, хочу пиццу, ты все перепутал, я хочу ее выиграть. Как красиво, как красиво, как красиво. Так, а как глушить? Боже мой. Зачем тебе его глушить? Тебе нужно просто приехать и сдохнуть. Я понял, как глушить мотор, понял. Я тебе заглушу мотор, не переживай. Ну где ты? Давай уже, я катаюсь. Сколько я тебя буду искать? Катаюсь возле А. Ты врешь. Ты пиздишь. В смысле врешь? Я вижу А. Ну значит я пижу. Но у меня есть тактика. Вижу. Не может этого быть. Я тебя вижу. Не может этого быть. Нет, не верю. Не верю. Беги, сука. Я тебе не верю, я тебе не верю. Если ты меня видишь, тогда выстрели. Тогда выстрели, если ты видишь меня, выстрели. Сейчас выстрелю, подожди, перееду. Куда ты поехал, а? Сразу движу. Ой, смотри, убегает же. Ты придурок? А за камушком стоит такой, спрятался, смотри. Ой, прям возле водички стоит, смотри. А, да, видит, все, в базару нет, в натуре видит. А ты говоришь, убегает, я говорю, наркоман, я же даже с места не сдвинулся, я на месте стоял в одном. А как, а где, а почему, а кто, а когда, а где, а во сколько, а ты свободен сегодня? Я все вопросы задал, которые есть, чтобы отвлечь тебя и успеть заметить. Я же могу пукнуть. Я же могу сдохнуть. Здрасте. Где ты был, мразь? Где ты был? Где ты был? Да, не я. Я тут. Так ты в упор был через 2 километра. Ладно, извини, я думал, ты прям в упор стоял. Ну ладно, ничего страшного. Первый блин комом, это бывает, это нормально. Это нормально. Ля, я перестаю чувствовать вкус пиццы. Она у тебя утекает из твоего... Кого? Как там глушить мотор? Кого? Рта. Рот. Мой рот, мой рот. Твой рот, мой рот. Блять, звучит плохо. Это плохо. Так, глушим мотор. Нахуя ты глушишь свой мотор, тупица? Зачем? Ну, пицца хочется. На какую кнопку ты глушишь мотор, хотя бы скажи мне? На G. На G. Я тупой индюк, блядь, просто, знаешь, я тупой индюк. Ой, здрасте, а кто-то такой едет, такой вкусный, сладкий? А кто это такой? А куда ты поедешь? А кто это где? А кто это где? Привет! Ладно, второй блин комом, такое тоже бывает, не так неприятно, ну неприятно, наверное, да. Неприятно, но не очень, это еще нормально, нормально. Какой ты душный, я просто не могу, реально. Сидит же, блядь, за в одном месте, а как я, хуйло, а, блядь, и не двигается. Все, пора быть мужчиной, пора быть мужчиной. Стань мужчиной. Стал уже. Стань мужчиной и дай мою пиццу. Не дай мою пиццу. Ах ты, мразь, зачем я стал этим непонятным мужчиной? Дай мне мою пиццу. Ты тоже крысил, да, как я, мразь, скажи мне, а? Так точно. А но почему я? Твоя пицца будет с говном. И слезами. Зато вкусно. У меня настолько назад? Маленькие яички, что я никуда вот из этого куста не поеду. Ай похуй, а я тоже не поеду. А я не поеду тоже. А я тоже буду, сука, сидеть. И сколько бы времени это ни заняло, я буду сидеть. А мы не закончим, пока не закончим. У меня яички перепелиные, так что я буду сидеть дольше тебя. У меня их нет, я буду сидеть бесконечно. Сколько у тебя километров от А? Скажи мне, наведись на А и скажи, сколько километров у тебя от меня? 0,32. А у тебя? 0,32. У меня 0,28. Мы примерно... Ну, где-то близко, да. Кто-то где-то есть.
Ну, я примерно представляю, где ты. Я примерно не представляю, где я. Давай на счет три выстрелим из пулемета в землю. На счет два ты стреляешь, на счет три я. Давай. Нет, честно, на счет три вы стреляли. Давай. Любопытно. Давай. Раз. Два. Три. Три. Я пытаюсь сейчас побороться за отсутствие яичек с человеком, который 3 года играл в Тарков. Ладно, все, я признаю, у тебя яичек нет абсолютно. Я пошел за тобой, все. Я заебался. Я тебя вижу. Да, ты же мой хороший. Ну как, блядь? Где? Привет. Стрелять в тебя или не надо? Не надо, хотя бы покажись, хотя бы... Ну, ты опять меня увидел первым, ну как, блядь, я даже близко тебя не вижу, я даже примерно, я дергаю своим стволом и даже примерно не могу понять, где ты. Ничего, не понял. Возьми чуть-чуть правее пушку, пушку правее возьми. Я все равно не вижу тебя. Еще правее, еще правее, еще правее, еще правее, вот примерно так. Все равно не вижу, все равно... Вот я, блядь, я увидел тебя в последнюю ебаную секунду, ну спасибо, хотя бы заметил, с 2 триллионов километров. Я закажу тебе пиццу, сука, но я выберу ее сам. Это будет пицца с ананасами. Ты будешь наслаждаться каждым куском пиццы с ананасами. А давай. Сука. Ну, выложился на все 100%, как и всегда. Пиццы нет, и довольно грустно. Но далее я решил попросить реванш. На пиццу мне реванш дать отказались, но согласились дать на картошку с колой. Что ж, спасибо. И не записался, кстати, звук в первых 2 моих великолепных победах. Но вы их только что видели, поэтому доказательство есть. Где ты? Я бегу за тобою. Отвлекаю тебя я. Ах ты мразь, ты увидел меня. Давай проверим, кто мужчина. Ну, я понял, то есть ты раскусил мою тактику. Все, ладно, так больше не сработает. Ну ты тупой, как бы я 2 раза смог этим воспользоваться. Но на 3-й раз ты решил заметить. Ладно. У меня утечка воды. А зачем мне вода? Мне плевать, мне нужна вода. Какая воды? У меня не корабль, мне насрать на эту воду. Давай! На, блядь, лежать. Ну нахуй. А ты что, не сдохнешь? А ты не сдохнешь? Да не гони, не гони, не гони, ты тоже падаешь. Ну я буду лететь. Ну я увижу в чате твою смерть, и значит это будет ничья. Давай, покажи мне, где там ты сдох, нет? Нихера, я буду жить, блядь. 30 секунд. Вот если ты проживешь, я... Где? Ты без винта! Я смотрю, ты летит, блядь! Винт у него загнут, как у поросячьей хвостик, говорит. Я живой. Ты на хвосте, я слышу этот мерзкий звук. Неприятно, как страшно, блядь, как страшно. Блядь, у меня перегрузка, какого хэ? Устойчивость перегрузка, плохо мне стало, подожди. Тебе херови, да? Пакет надо было готовить. Ну я пощупал тебя немножко, да? Да, чуть-чуть есть. Лифчик расстегнул чисто. У меня перегрузки, мне плохо. Вот это я мужчина! Черный экран. Ну, тебе не важно, Я все, я закончил уже, мне уже неинтересно, я слышал эти взрывы, такие приятные взрывы, блин, вот эти вот самолетные. Блин, посмотрите, кайфово на самом деле. Потому что я выигрываю, поэтому мне нравится. А мне надо 5 раз тебя выиграть, а тебе 1 раз меня выиграть, давай. Верно, ты считаешь очень правильно, я горжусь тобой. Я, ну, вышел, все. Мы я... взяли самые херовые самолеты, еще и, ну, Швеция. Швеция это хорошая страна, на самом деле. Я считаю, что они делают неплохие вещи. Как часы летать будешь? Это Швейцария. Это разные страны. Швеция это да? Икея, это мебель. Надеюсь, у меня будет нормальный самолет, потому что, зная икеевское там качество, я... Удобно, легко собирается, да-да-да. Все, попадание, ну мы с тобой побрили друг друга оба немножко. Я не могу поворачивать, ну у меня, понимаешь, у меня проблемы, Артем, у меня проблемы с самолетом, ты мне что-то отломал. Это было мне нужно. Не нужно это. Я не знаю, что это, но это точно было надо. Ух ты, ёпты. Ой. Я похож на грузовик с пропеллером. Слушай, я такой ублюдок. А что с тобой? Почему ты весь... Что с тобой, Артём? Он падает просто. Ты что? Это был косплей на ракету? Херовый. Друзья, ну это был War Thunder. Ссылки на него я оставляю в описании к видео. По ним вы получаете бонусы и всякие плюшки. Сами видите, играть в нее весело. Увидимся сами в воскресенье. Всем пока. Я пойду отдыхать, жрать на массаж. Хорошо. Смотреть телевизор. Купаться.
слушать, смотреть, дышать, пукать. А, думал такой лох я, да? Думал я такой лох? Думал я такой лох? Я немножко горю. Я бы мог пожарить шашлыки сейчас, например. У тебя есть суфле? Да, суфле.